С другой стороны, она могла быть, моя жизнь, резюмирована под этим названием, потому что воспоминания о ее печалях, о ее радостях составляли в ней запас, подобный тому белку. Теперь вы начнете понимать, к чему я цитату эту увел. Составляли запас, подобный тому белку, который находится в зачаточной клетке растения, и в которой эта клетка, и в котором эта клетка тоже в белке, черпает свою пищу, чтобы превратиться в зерно. Ничего при этом, ничего в это время не зная, что из этого зерна разовьется растение. Хотя именно это зерно является местом весьма тайных, но очень активных химических и дыхательных феноменов. Я хочу обратить ваше внимание на следующее словосочетание, которое сделано здесь без нажима. Здесь фигурирует слово «место», «le lieu» и «активность». Какая-то секретная или тайная активность. Ну, пусть, поскольку он пользуется в данном случае метафорой, говорит «химическая и дыхательная активность», но мы отделим слова и возьмем активность и место. Так вот, мы возвратимся к тому, что мы говорили о жизни. И то, к тому, что я говорил об органе в прошлый раз. Вы понимаете, биологам почти еще невозможно определить, что такое жизнь. Они в итоге чаще всего дают такое интуитивное определение, которое, кстати, совпадает с тем, которое, не желая дать определение вовсе, дает здесь Пруст. Имеется в виду каждый раз некая особая специфическая активность каких-то вещей, которые имеются в каком-то месте, называемом органом, а вне него не имеет места, хотя вне этого органа могут быть те же вещи. Повторяю, какая-то особая активность, которую проявляют какие-то элементы, вместе называемым органом, и эти же элементы вне этой активности не проявляют. В первом случае это называется жизнью, а место называется органом, а во втором случае нет. Так вот, то, что я называл сознанием, есть место, в котором имеет место некоторая активность. Этой активности вне этого места нету. Скажем, есть вне этого места слова. Если они вне этого места, это только слова. И вот весь роман Пруста есть опыт особого рода. Опыт сознания. Опыт этого особой совершенно активности. Тут слова тоже звучат очень двусмысленно. Вот мы говорим опыт сознания, ну, как бы сказать. Здесь не видно, что я хочу сказать. По одной простой причине, потому что наш опыт сознания есть, скажем, опыт любви, опыт ненависти, опыт общества, опыт войны и так далее, и так далее. И во всем этом присутствует сознание. Я имею в виду в данном случае опыт сознания, то есть где сознание есть нечто совершенно отдельное. Несознаваемые содержания и предметы, мы ведь все осознаем сознанием. Мы осознаем войну,
мы осознаем любовь, ненависть. Значит, вот напомню вам этой неожиданной биологической цитатой то, что я говорил вам в прошлый раз. Я уже продолжу мысль прошлой лекции. Значит, помните, мы говорили о том, что есть какая-то точка, которую я называл сингулярной, у которой есть какие-то свои очень странные законы. В том числе вот сейчас вот фактически найдя для нее новое слово, а именно место, и поместив в это место активность особую, имеющее место только в этом месте, мы можем сказать так, что вот в эту точку или в это место ничего не входит, и оттуда ничего не выходит. Вот странная есть такая точка или место нашего сознания. То есть сознание есть что-то, то, которое совпадает с жизнью нашей, то есть то, чем мы чувствуем себя живыми. Туда ничто не входит, и оттуда ничего не выходит. Не входит, потому что мы ведь знаем, что туда знание передать нельзя. Потому что, во-первых, сознание имеет дело, как я говорил вам в прошлый раз, с тем, что чего вообще знать нельзя. Ну, разве можно знать для Сен-Лу, какова Рахиль? И можно ли ему передать знание, какова она? Мы уже знаем, что этого нельзя сделать. То есть, что мы узнали, узнав, что этого сделать нельзя? Мы узнали, что мышление наше или мысль, ну, опять мышление имеет смысл логического мышления, я буду употреблять это слово мысль, чтобы у нас не было классификации, потому что я одно предупреждение хочу вам сделать, что мы находимся в области, как сказали бы буддисты, в области полной неклассифицируемости. То есть то, с чем мы имеем дело, мы это назвать не можем ни мыслью, ни чувством, ни волей, ни инстинктом, ни интуицией. Ну, не классифицируемо это. Я назвал сейчас только что мыслью это. Ну, это, понимаете, что это не мышление в смысле наших классификаций. К тому же, учтите, что все классификации только наши классификации. То есть это наши категории. Но с нами происходит всегда что-то, что весьма причудливо и искаженно отражается в наших же категориях, в том числе в нашей категории мышления, в нашей категории чувства, в нашей категории сознания и так далее. Ну ладно, я возвращаюсь к тому, что говорил. Значит, вот сознание и мысль не построена так, как мы предполагаем построено мышление. Ведь мышление построено